Здравствуйте. В эфире «Следы империи» с Аркадием Мамонтовым. Тема сегодняшней нашей программы – православие под ударом. То, что сейчас происходит с православной верой на Украине, вызывает глубокое сожаление, негодование и горечь, что мы снова переживаем гонение на нашу религию. Прежде чем мы обратимся к нашим экспертам, к нашим молодым участникам этой программы, я вам покажу сейчас несколько высказываний людей, которые воюют против нас. Это военнослужащие украинской армии, но православные. И вот что они говорили, когда только начались гонения на православие и только-только началась осада Киево-Печорской лавры режимом Зеленского. Посмотрите. Я молодший сержант, бойовий медик. Тут, на передовій, на нульовці. Захищаю нашу неньку Україну. Також я православна християнка Української православної церкви митрополита Онуфрія. З болем у серці бачу, як відбувається беззаконня, гоніння нашої віри. Мене хвилює, що почалося гоняння на нашу церкву. І ще й хто люди за зброєю. Не тут їх, а вони десь там. І з ким церквою воюють. Ну, от такі сюжети. Чому ми вирішили вам показати выступление этих людей, которых, может быть, уже нет в живых, они погибли. Только за что они погибли? За ЛГБТ, которая правит сегодня в Киеве? За либерианца Зеленского, который не считает христианство и веру православную вообще религией? За тех людей, которые из Америки устроили между кофе-брейком и ланчем новую церковь в ПЦУ? За это погибли эти люди. Итак, у нас в студии Владимир Николаевич Катасонов, философ, богослов, доктор богословия, доктор философских наук, профессор. Здравствуйте. Юрий Владимирович Кот, декан факультета медиакоммуникации, МГИК, публицист, очень приятно, здравствуйте. Сергей Николаевич Комаров, катехизатор, богослов. Да, здравствуйте. И Ян Ильич Таксер, публицист, вы у нас уже не первый раз, да? И вы вот недавно только прибыли с Украины, да? Говорим об этом. И, наконец, наши молодые гости из семинарии. Готовьте ваши вопросы нашим экспертам. Юрий Владимирович, у меня к вам вопрос, как к человеку, который в последнее время жгет глаголом сердца людей. Да, вы тоже приехали с Украины. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, выступление вот этих военнослужащих, этих людей, которые впрямую обращаются к власти, которая послала их на войну, о том, чтобы перестали уничтожать православную церковь. Это говорит о чем? О катастрофе, которая разразилась сейчас с верой в этой несчастной стране? Ну, конечно, сегодня православные на Украине находятся в таком разодранном состоянии, потому что, с одной стороны, у них есть раскольники в виде там, Киевского патриархата, потом ПЦУ, новосозданные автокефалы. УПЦ сейчас находится в очень странном статусе, запрещенном, кстати. И есть среди сторонников, ну, там, служащих в УПЦ, тоже, назовем это священниками, да, которые симпатизируют украинской власти, невзирая даже на то, что эта самая власть преследует и иерархов, и прихожан, и отбирает в прямом смысле храмы. Сейчас опять очередное судилище они собираются устроить. Конечно, здесь очень сложно сказать о том, что происходит на самом деле, какое будущее у этих людей. Потому что когда я вижу человека, который взял в руки автомат, да, и пошел воевать за Украину против русского брата, да, он присоединился, солидаризировался с теми нацистами, которые все 9 лет после госпереворота уничтожали Донбасс. И когда родной брат, которого просили люди, вымаливали на коленях, чтобы пришел и спас, пришел спасать, они вместо этого берут оружие и начинают воевать с родным братом и защищать тех, кто является их гонителями по факту. То есть, что говорить-то? Знаете, есть очень хорошая фраза: зерна отделяются от плевел. Спасибо. Ян Ильич, ваше мнение. Прежде всего, и ВСУ, и вообще народ Украины дезориентирован в церковном плане. Люди не знают, когда они употребляют слово «церковь»,
Они не знают, о чем они говорят. Вот девушка сказала, я прихожанка церкви Онуфрия. То есть, я хочу сказать такое. Это как у апостола, помните, Павла? Я Аполлосов. Да. Не я же за вас распялся, а Христос за вас распялся. Вот, здесь то же самое. Я их не сужу. Они не виноваты. Я хочу просто, чтобы наша аудитория понимала. Я киевлянин, вот, и я хочу сказать вот что. Эти молодые люди, вот ВСУшники или кто-либо другой, они существуют в атмосфере тотальной неправды относительно церкви. И им вообще выудить из этой неправды какую-то правду им сложно. Они знают, что мама, тата ходят вот всю церковь, де Онуфрий и так далее. Плюс блаженнейший Онуфрий сказал в начале СВО, что Россия согрешила грехом Каина. И вот раз согрешила грехом Каина, и моя церковь говорит, что это Каин на меня выступил, я поддерживаю. Попробовали бы они сказать, что это братья и так далее, там эти ВСУшники, да, им не жить тогда вообще, понимаете? Такое. Ну, Владимир Николаевич. Одно дело исторические события, одно дело насилие, другое дело сами по себе слова. Они тоже очень много значат, и очень важно, какие говорятся слова. И в частности, вот в решениях этого собора, вот, который был в 22-м году, который, значит, провел митрополит Онуфрий, там очень много двусмысленностей, понимаете? И поэтому даже люди, принадлежащие, так сказать, и к Украинской православной церкви, они тоже, вообще говоря, те, кто внимательно к этому отнесутся, они не могут это до конца понять. Что это значит, что с одной стороны независимо, а с другой стороны автокефалии у них нет. Понимаете, как вообще, говоря, это понимать? Разрыва вроде бы нет, а в то же время, понимаете, непоминание патриарха. Вот, в то же время вот этот факт варения мира, понимаете, самостоятельный, который противоречит вообще канонам православной церкви. Так что если внимательно люди, ну, которые образованные, конечно, посмотрят на решение собора и на поведение иерархии сегодня, конечно, они находятся в большом соблазне. Сергей Николаевич. Я думаю, что та странная неопределенная ситуация, о которой говорят коллеги, это следствие того, что УПЦ, к сожалению, вобрала в себя некоторые идеи национализма украинского и частично срослась с этими идеями. Я как киевлянин, тоже бывший 20 лет проживший в Киеве и человек, который был прихожанином УПЦ, все это прекрасно видел. К сожалению, Украинская Православная Церковь не ответила адекватно на этот вызов времени. Я помню прекрасно, допустим, конференции в Киево-Печерской лавре, в которых я участвовал, где, допустим, тема была катехизация миссионерства. И вот доклады эти удручающие на украинском языке, про историю какой-то украинской миссии. Какая украинская миссия? Вот. Никакого упоминания о московских документах, о наработках наших московских коллег. Помню, что когда я говорил на русском языке и цитировал из докладов святейшего патриарха Кирилла или цитировал из наших московских святителей, я выглядел странно. Я чувствовал, что я уже не попадаю в эту повестку. Что я выгляжу... Какой это год? Это был 16-й год, допустим, 2016 год. Вот. И церковь, конечно, прекрасно видела, что ростки русофобии уже есть, как это культивируется, и, к сожалению, никак на это не отвечала. Блаженнейший Владимир покойный, царство ему небесное, он собирал коллекцию произведений Шевченко, допустим, это его любимый поэт. Ну а как насчет того, что Шевченко надо вообще-то разделять, да, там есть антихристианские, явно антихристианские русофобские тенденции. Вот об этом ничего не говорилось, и как-то оно все вместе вот так шло, понимаете, и, к сожалению, вот дало такие всходы, когда вроде бы верующий человек, прихожанин УПЦ, он за церковь, но он воюет с русскими. Абсурд. Итак, давайте небольшой информационный фильм, а потом продолжим дискуссию. Let's go.
Осенью 1914 года русская 8-я армия под командованием Брусилова с боями взяла Львов-Лемберг, столицу австрийской Галиции. Именно тогда в руки императора Николая II попало приветственное письмо от предстоятеля Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого. Государь был человеком сдержанным, но на этот раз отреагировал довольно резко. На полях послания, в котором митрополит заверял его, что готов ежедневно жертвовать свою жизнь за благо и спасение Святой Руси и его императорского величества, Николай Александрович оставил короткую и емкую характеристику – аспид. История сохранила еще одну его весьма эмоциональную реакцию на Шептицкого. На проекте украинизации Малороссии, составленном главой униатов по заказу австрийцев, русский царь написал: «Какой мерзавец!» Ибо он прекрасно понимал, в чем истинная цель создания и деятельности греко-католической церкви на Украине – в расколе и уничтожении православия. Еще со времен Великой Схизмы XI века, когда христиане разделились на православных и католиков, Рим мечтал о реванше на русской земле. И плацдармом для этого видел территорию юго-западной Руси, где жили православные малороссы и русины. «О, мои русины, через вас надеюсь возвратить Восток!» – восклицал папа Урбан VII. Мечта сбылась, когда в конце XIV века Западную Русь разделили между собой католические Польша и Литва. Дискриминация православных на оккупированных русских землях началась сразу. Закрылся доступ к придворной, военной, административной и даже ремесленной карьере. Храмы, монастыри и церковные земли передавались Римской церкви. К XVI веку поражение в правах православных русинов достигло апогея. XVI век стал для русского православия настоящим испытанием. В 1596 году была заключена Брестская уния. Согласно этому документу, часть епископов Киевской митрополии заявляла о принятии католического вероучения и переходе в подчинение римскому папе. При этом богослужение сохраняло византийские традиции и проводилось на церковно-славянском языке. Это привело к образованию униатской или греко-католической церкви на территории Речи Посполитой. Но русины не соблазнились очередной уловкой, а плотом истинного православия стал Львов, где в течение 17 века не появилось ни одного униатского храма. Именно во Львове в 1633 году был возведен на Киевскую митрополичью кафедру святитель Петр Могила. Сын господаря Валахии и архимандрит Киево-Печерской лавры, он сумел добиться от польских властей признания независимого существования православной церкви и создал такой очаг просвещения, как Киево-Могилянская академия. В то время, когда левобережная Украина усилиями Богдана Хмельницкого соединяется с Россией, православная церковь в Речи Посполитой получает тяжелый удар. Именно тогда впервые в историческом поле возникает фамилия Шептицкий. Польским властям удается провести в православной архиереи тайных униатов – Варлама Шептицкого, Иосифа Шумлянского и Иннокентия Винницкого. Они сделали все для развала своих епархий, чтобы затем перевести их под юрисдикцию греко-католиков. После этого род Шептицких не раз был отмечен в летописи репрессий по отношению к православным русинам. Галицкому епископу-отступнику Варлааму наследовал его племянник Афанасий, провозглашенный униатским митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси. Этот титул, в свою очередь, перешел к племяннику Афанасия Льву. То есть все по-родственному, все по наследству. При Шептицких гонения на православных приобрели особый размах. Силы были отобраны все оставшиеся храмы и обители. Для захвата последнего очага сопротивления Успенского братства Шумлянский с отрядом вооруженных поляков выломал врата храма. Показательна судьба древнего Свято-Ануфриевского монастыря. Здесь трудился и был похоронен русский первопечатник Иван Федоров. Захватив обитель, униат начали с того, что уничтожили его могилу.
конце XVIII века в результате раздела Польши Галиция отошла к Австрии. И Габсбурги быстро нашли политическое применение униатству. Псевдорелигия стала важным компонентом формирования псевдонации украинской, нужной Австро-Венгрии для окончательного отрыва Западной Руси от России. При этом сама идея создания украинской нации появилась в Польше. В 1795 году на французском языке вышел трактат графа Яна Потоцкого, в котором впервые утверждалось, что на берегах Днепра живет не русский народ, а украинский. А через 100 лет галицкий князь Валериан Калинка писал: «Создание украинской самостийности, которой малороссы медленно начинают проникаться, недостаточно, чтобы предохранить их от неизбежного поглощения России. Надо влить новую душу в русина. Эта душа да будет от Запада. Тогда Россия отодвинется в свои узкие пределы великорусского племени, между тем, как на Днепре, Дону и Черном море возникнет нечто другое. Тогда, быть может, малорусская Украина возвратится к братству с Польшей против России. Из этого проистекает для поляков указание не только не препятствовать национальному развитию самостоятельной Украины, но наоборот, всячески поддерживать украинский сепаратизм и укреплять среди малорусов церковную унию с Римом». Тем не менее, чрезмерное давление часто имело обратный эффект. Храмы были закрыты, но число православных росло. Они молились в домовых церквях и мечтали о воссоединении с Россией. Подобные настроения не были секретом для австрийских властей. Именно поэтому в начале Первой мировой войны русины подверглись прямому геноциду, первому в истории 20 века. По свидетельству очевидцев, наиболее жестоко вели себя по отношению к ним не австрийцы, а бывшие русины, теперь считающие себя украинцами. Более 30 тысяч православных стали заключенными австрийских концлагерей, в первую очередь знаменитого Талергофа, где в числе прочих были казнены или погибли от голода 800 священников. Именно в результате этноцида на Западной Украине русское православное население сократилось в разы, а украинское и униатское стало преобладающим. В годы Первой мировой войны мы снова встречаем фамилию Шептицкий. На сей раз это тот самый митрополит Андрей, которого государь-император назвал Аспидом, а современные униаты почитают украинским Моисеем. В 1908 году Папа Римский утвердил его главой католиков восточного обряда Российской империи. Митрополит активно поддержал формирование австрийцами украинских военных подразделений, так называемых «сечевых стрельцов». Свою паству он агитировал так: «Московский царь не мог перенести, что в австрийской державе мы, украинцы, имеем свободу вероисповедания и политическую волю. Он хочет забрать у нас эту свободу, заковать нас в кандалы. Будьте верны цесарю до последней капли крови». Австрийское правительство так доверяло Шептицкому, что поручило ему подготовить рекомендации, что делать с Украиной после ее оккупации. Вот каким видел будущее Западной Руси украинский Моисей. «Необходимо отделить эти области от России как можно решительнее, чтобы придать им близкий народ характер, независимый от России и чуждой царской державе национальной территории. Для этой цели должны быть использованы все украинские традиции, подавленные Россией. Военная традиция должна быть построена на традициях запорожских казаков. Церковь на Украине необходима по возможности полнее отделить от российской». После того, как во Львов вошли русские войска, хитрый митрополит попытался усидеть на двух стульях. Но льстивые письма государю не помогли. Аспид был арестован за антироссийскую агитацию и заключен в Суздальский Спасо-Ефимовский монастырь. Вышел он на свободу благодаря февральской революции. По предложению Керенского созвал первый учредительный собор Российской греко-католической церкви. После Октябрьского переворота Шептицкий выехал в Польшу, а уже там продолжал отстаивать идею украинской самостийности. С началом Второй мировой войны Андрей Шептицкий снова громко заявил о себе. Германские войска он встретил восторженным приветствием Гитлеру и призвал свою паству
трудиться на благо рейха. Униаты под его руководством приняли активное участие в формировании дивизии СС «Галичина». Зная о болезненном мистицизме Гитлера, Шептицкий отправлял ему письма, в которых описывал видение неких монахинь. В них всепобеждающий фюрер стоял вровень с самим Богом. Не забывал митрополит, лично правивший эти видения, вписать в них и себя. Впрочем, это не помешало Шептицкому в 1944 году направить письмо великому маршалу непобедимой Красной Армии Иосифу Виссарионовичу Сталину. Благодарю вас за осуществление заветных желаний и стремлений украинцев, которые веками считали себя одним народом и хотели быть соединенными в одном государстве. 29 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко открыл во Львове памятник украинскому Моисею. Шептицкий на основе церковной структуры создал прообраз национального украинского организма, заявил он, тем самым подчеркнув особое место униатской церкви в жизни современной Украины. Более 40 лет после Второй мировой войны униатство в СССР было под запретом. Но после встречи Горбачева с папой Иоанном Павлом II в Ватикане в 1990 году деятельность греко-католической церкви вновь была разрешена. Более того, ей вернули все имущество, включая действовавшие православные храмы. В 2005 году Риму удалось перенести резиденцию главы униатов в Киев. Кузницей кадров для них стал Львовский католический университет, президентом которого является гражданин США Борис Гудзак. Должности преподавателя университета также занимают выходцы из Америки и Европы. Это учебное заведение при участии католических орденов официально занимается формированием украинской национальной идентичности. В ноябре 2013 года преподаватели и студенты университета, официально освобожденные от занятий для участия в протестных акциях, призвали жителей Украины к гражданскому неповиновению. На Киевском Майдане была установлена церковная палатка, в которой совершались регулярные богослужения. Вскоре там появилась и палатка католического Мальтийского ордена. Не отставали от греко-католиков и самосвятские церкви, и всевозможные секты, иные язычники. Многие псевдорелигиозные организации в дальнейшем стали именовать себя церквями Майдана. Каждый день на Майдане начинался и заканчивался молитвой и пламенными речами лидеров этих церквей, разжигавших фанатизм толпы. Под портретом Тараса Шевченко братались представители разных религий, юрисдикций и сект. Апофеозом майданного воцерковления стало создание в 2018 году ПЦУ – Православной Церкви Украины, которая получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Первое, чем занялось ПЦУ, стал захват православных храмов и гонение на священников канонической Украинской Православной Церкви. Сегодня украинские власти открыто декларируют вражду в отношении православия. Экс-глава СБУ Наливайченко в эфире популярного ток-шоу признал целенаправленные удары артиллерии по православным храмам, мотивируя это борьбой с фундаментализмом. За 10 лет противостояния на Украине было уничтожено свыше 100 православных церквей и монастырей. Убиты десятки пастырей, монахинь, церковных служителей, в их числе не только жертвы обстрелов. Призывы бить московских попов на Украине не расходятся с делом. Этот террор против церкви и верующих заставляют вспомнить большевистские гонения столетней давности. Те же массовые аресты, закрытие и уничтожение храмов, расправы над пастырями, глумление над верующими, расчеловечивание и травля священников в СМИ. Символично, что первым архиереем-мучеником 20-го столетия стал митрополит Киевский Владимир. В 1918 году на Всеукраинском церковном соборе был поставлен вопрос об автокефалии Православной Церкви на Украине. Однако митрополит Владимир твердо отстаивал единство Русской Церкви. С приближением к Киеву красных лавра оказалась в осаде. В ночь на 7 февраля к владыке ворвались 5 бандитов. Они вывели митрополита за стены обители и зверски убили. Так начинался путь Русской Православной Церкви на ее Голгофу 20 века. В апреле 2014 года в Киеве, граде Святого Владимира, был разбит горельеф Крестителю Руси, установленный на набережной Днепра. Вандалы отбили князю руку, державшую крест. Когда-то Владимир, избирая веру, имел цель государственную. Он ясно сознавал, что объединить народ можно лишь единой верой.
князь не ошибся. И православие стало прочным фундаментом единства русского народа. Не ошибались и враги православия, яростно пытаясь сокрушить этот фундамент на протяжении веков. Сегодня, как и тысячу лет назад, нет иного пути к воссоединению русского народа, кроме того, как через восстановление единой истинной веры. Она соединит разбитое, залечит раны и возродит на месте лжецерквей Майдана Великую Церковь Христову Православную. В эфире «Следы империи» мы продолжаем тему программы «Православие под ударом». Но я хочу начать не с студии, а с людей, которые у нас сегодня на телемостах. Это Павел Владимирович Кузенков, историк-византист, находится сейчас в Херсонесе, откуда, собственно говоря, есть пошла земля русская и православие. И Владислав Игоревич Петрушко, церковный историк, специалист по истории русской церкви. Павел Владимирович, как погода в Крыму? Лето никак не уходит с Тавриды. Но, с дроны, беспилотники не мешают вам, нет? Где-то журчат, где-то в отдалении, мы уже к ним привыкли. Понятно. Павел Ильич, вы находитесь в таком знаковом месте для нашей цивилизации, на мысе Херсонес, там, где стоит знаменитый собор Святого Владимира, где он крестился, потом крестил Русь. Скажите, пожалуйста, я много читал о том, что происходило с православными, когда, например, польское государство аннексировало, завоевывало территорию Западной Руси, как отдавали на откуп, еврейским арендаторам церкви, как запрягали православных паны в эти телеги, кнутом, как продавали причастие. Вот это все говорит о том, что православие переживало Западной Руси, юго-западной Руси тяжелые времена всегда, как вы считаете? И тем не менее, все-таки там люди православные остались. Вы знаете, очень важно, что эти земли православными оставались даже внутри западной цивилизации, куда они попали в силу ослабления Руси в XIII веке, в этом году юбилей монгольского нашествия. XIII век, наверное, был самым тяжелым ударом по православному миру, не только у нас. И Константинополь, как вы знаете, был взят, и болгарский царь ушел в унию, и сербский правитель, то есть все затрещало. Даниил Галицкий соблазнился было короной и принял ее из рук императора немецкого и папы римского, но только князь Александр Невский стоял как утес. Все пошатнулось, но, конечно, украинские земли, которые... Ну, это была Русь, собственно, это территория, которая официально называлась «Русская земля». Вот то, где мы сейчас, точнее, вы же находитесь, Москва, это Залесье, это новая Россия в этом смысле в то время. Туда еще только идут русские люди, спасаясь от нашествия. А вот эта русская земля оказалась вдруг внутри сначала языческой, а потом католической Литвы и польско-литовского государства. На многие века она так оказалась. И несмотря ни на какие официальные гонения и политику выдавливания православия, несмотря на униатские проекты, которые были чудовищным таким искушением, соблазном для православной, прежде всего, иерархии и народа, несмотря на все это, православие там стояло и стоит до сих пор. Вот это очень важно знать и понимать. И в этом смысле, конечно, нам было чем-то легче. Но очень важно, что Россия всегда оставалась таким, Вопрос к вам. Хотел вас спросить, обострить нашу дискуссию. Не считая его коллегой, но один из людей, который давно работает на телевидении, на российском, заявил как-то. Первая фраза, которую он сказал, развели поповщину на телевидении, это было в отношении меня сказано, но бог с ним. А потом было сказано через несколько лет другое, о том, что Россия выбрала православие, это было ошибкой нашей цивилизации, нашего народа. Потому что если бы были католиков, жили бы по-другому. Это как, понимаете, что вы с Гитлером воевали? Ну, пили бы сейчас баварское. Вот такая аналогия присутствует. Поэтому у меня вопрос. Павел Ильич, скажите, пожалуйста, почему выбор, который был сделан тысячу лет назад в отношении православной веры,
вызывает такое в исторической перспективе противодействие сторон, которые хотят эту землю взять под свое влияние. Именно сейчас-то битва идет, я говорил это всегда, за веру. Вот почему, как вы считаете? Вот в исторической... Здесь правильнее даже говорить не просто за веру, а за правильную веру. Вот это очень важно. Потому что православие акцентирует момент на правде и правильности того мировоззрения, того учения, которое распространяет тоже духовенство и так далее. Потому что ведь католики тоже вроде как христиане, да? Но это христианство искаженное. Я это говорю с болью, потому что я очень люблю всех наших братьев-католиков, но, любя их, я не могу не сказать, что в течение тысячелетнего развития внутри западного мира христианство там, в Европе, претерпело мутации. И эти мутации идут у нас на глазах. Буквально каждый день, каждую неделю мы получаем известие из Европы о том, что Папа Римский сделал очередное скандальное заявление, которое эпатирует даже католическое духовенство. Вот эта мутация, она не позволяла нашим князьям, нашим правителям спокойно смотреть на, скажем так, интеграционные попытки, потому что ведь дружить с Европой мы хотели всегда. И наши князья охотно выдавали своих дочерей за европейских королей и князей. И вы знаете, что и династии-то у нас в основном те же Романовы, они кичились и гордились западными своими связями, но... Вот эти принципы правильной веры, которые были проверены на практике, проверены, это очень важно, это не абстрактное теоретизирование, это совершенно, скажем так, опыт, за который было заплачено кровью. И вот этот опыт наш народ, наши правители, наши иерархи, все хранят и хранили именно потому, что любая попытка свернуть с этой дороги, а униатство – это как раз некий компромисс, а компромисс, как вы знаете, в таких вопросах – это уже отклонение. И вот эти все попытки, они воспринимались как предательство, как измена. Измена правде. А у истины не бывает вариантов. Точнее, если истина дружит с ложью, это уже не истина. И вот, соответственно, сформировалось две цивилизации, как их называют сейчас, западная и восточно-христианская, и между ними идет смертельная борьба за истину. Спасибо. Владимир Николаевич, оставайтесь с нами на связи, мы с вами еще поговорим. Да, Ильич. Вообще, конечно, они используют такую известную тему в нашем русском православии еще там в конце 13-го, начале 14 века, да, это там 1303 год, как раз Константинопольский патриарх создал, да, патриархию малороссийскую, кстати, с центром в Галиче. Да, то есть у нас была такая, мы создавали митрополии, они берут просто эту схему, когда у нас создаются митрополии, и вместо митрополии создают секты, и подменяют понятия, да, и только главное использовать в этом деле, ну, видите, как они жонглируют, у нас УПЦ, а у них ПЦУ, вроде те же три буквы, а какое значение разное совершенно. Это очень важный момент. Еще хотел сказать, что на самом деле, конечно, какие бы сложности ни проживало православие на нашей исторической русской земле, прежде всего, юго-западной, о которой вы говорите, но это такая синусоида. Вот начинаются жуткие гонения, жуткое кровопролитие, а потом после и потери жуткие, с одной стороны, но в духовном плане сколько приобретений происходит. То есть очищается наша церковь от мусора, очищается от прихлебателей, от прилипал, кого угодно, и священство очищается, и верующие очищаются, и приходы, и церкви потом сколько раз восстанавливали в том же Стольном Граде Киеве, сколько раз сжигали, а потом восстанавливали. И за Киево-Печерскую лавру сколько раз были сражения там, с нашествиями тех или иных, назовем их там инородцами, да. Но потом все был расцвет. Всегда после таких темных времен на исторической русской земле, прежде всего Малороссии, жуткие гонения, а потом великолепный расцвет. И сейчас я на самом деле, уже давно у меня ощущение, что на самом деле где-то там наверху уже все решено. На самом деле все уже произошло и все решено. Наша задача просто оправдать доверие. Да, и все равно я уже вижу этот расцвет.
Я вижу, что мы вновь восстановим, мы освободим обязательно историческую русскую землю. Я надеюсь, в том числе и Галич. Да, это первый центр малороссийской митрополии, да, где когда там на полвека буквально появилось это определение Малой Руси, Малороссии, потом исчезло, и через два века опять уже появилось как символ, кстати, как символ сопротивления русских людей, находившихся в составе Речи Посполитой, как раз польско-литовского образования, как символ сопротивления. И сегодня, а потом опять же исчезло, и опять потом появилось за советский период слово «Малороссия» исчезло. Сейчас опять все больше и Ян Таксюр, и остальные коллеги, все больше и больше звучит это слово. Да, и покойный Олесь Бузина сколько об этом говорил. То есть я думаю, что и сегодня надо использовать это как символ будущего возрождения нашей Святой Церкви и Святой Руси. Да, Сергей Николаевич, вы хотели добавить что-то? Надо понимать, что мы находимся сейчас в таком периоде серьезных церковных потрясений. Грядет раскол не менее серьезный, чем в XI веке между западными... А что было в XI веке? Имеется в виду раскол на православие и католицизм, да, между Западом и Востоком. Сегодня внутри православия грядет точно такой же раскол, не меньший. Он уже, в принципе, произошел из-за упомянутого проекта американцев ПЦУ. И, кстати, мы об этом не сказали, но это надо отметить, и какой серьезный вклад в это сделал патриарх Варфоломей и Константинопольская церковь. Это же он создал еретическую экклезиологию, где Вселенский патриарх Константинопольский ставится на место папы фактически, да, то есть такой православный папа, и подчиняет себе всю церковь, как у католиков церковь концентрируется не вокруг Христа, а вокруг папы, по сути. Человека. Папа, человека, да. Ту же экклезиологию пытается продвинуть и патриарх Варфоломей, теперь церковь, оказывается, строится вокруг него, и только он может решать, что церковь, что не церковь, признавать или не признавать раскольников и так далее. И уже из-за этого поделилась православие фактически наполовину, да, то есть русская церковь, там, румынская церковь, сербская церковь, некоторые другие не общаются сегодня там, с другими из-за ПЦУ. Сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим. В эфире «Следы империи», мы продолжаем. Да, Юрий Иванович, пожалуйста. Как раз о примерах того, что происходило на оккупированной русской земле. Один из ярчайших примеров преследования православных русских – это 1914 год. Первые концлагеря в истории человечества – Талергов и Терезин, которые были созданы как раз там, на Западной Украине нынешней, да, против русских людей, в пользу униатства. То есть смысл доболчен. Приходили к молодым ребятам, там, к вашим матерям там, в то время, там, наверное, или к отцам, и говорили, значит так, ты русский человек, да, нет, ты теперь себя русским не называешь, ты теперь называешь себя украинцем. А в православную церковь ты больше не ходишь. Ты теперь ходишь к униатам, в католическую. И тогда тебя не трогают, продолжая жить, как жил до этого. Если же человек отказывался переназывать себя, да, и отказывался ходить в католики и оставался православным, то бросали в концлагеря людей. Причем бросали матерей вместе с детьми. И в результате 20 тысяч русских людей, православных людей, русских людей было замучено в этих концлагерях. А Галичина в этом смысле, конечно, же очень показательный пример как раз преследования, потому что на фоне вот всех этих ужасов, которые творили Австро-Венгры в 1914 году, а до этого исторически, опять же, вот говорили о том, что было в 16-17 веке, да, пока не появилось восстание Богдана Хмельницкого 1948 года. А, кстати, восстание это было тоже очень интересное. Он же воевал за польского короля, вернулся домой, приехал домой, видит, что происходит бесчинство, что запрягают в бричку, в телегу русских православных людей, что... Для того, чтобы проехать по мосту, который они же и строили, и с них берут дань, налог, и то же самое, чтобы пойти в церковь помолиться. То есть просто хуже свиней люди живут. Он пишет об этом доклад королю, за которого только что воевал, и говорит, помогите, ваше величество, ну смотри, что творится в нашем королевстве польском. И вместо того, чтобы услышать Богдана Хмельницкого, не последнего человека для войска польского, его приезжают, сжигают его имение, убивают его сына, у него забирают жену и насильственно по католическому обряду ее венчают, за которую католика. Естественно, Богдан Хмельницкий поднимается. Не то, не, и, ладно, если бы это была выдумка. Там огромное количество казаков, живущих на этой территории, тут же моментально вокруг него объединяется. И просто реками люди потекли к нему, потому что устали от той крови, которую проливали, православной крови, которую проливали католики, прежде всего, вместе с поляками. Так вот, в 1916 году в Галичине тогда, да, когда уходила русская армия,
после бесчинств, которые устроили Австро-Венгрии в концлагерях Талергов и Терезин, 6 миллионов русских, ребят, 6 миллионов русских ушло из Галичины вместе с русской армией. Как вы понимаете, кто там остался? Люди, которые или стали конформистами, или встроились в систему антирусскую, русофобскую. И поэтому сегодня мы с вами говорим о Галичине как неком примере, к сожалению, печальном примере борьбы со всем русским. Но еще когда-то, повторюсь, в начале 14 века и многие века, там русская община очень сильно боролась за свою идентификацию, за право быть русским, за право быть православным. Но, к сожалению, проиграла. Проиграла не просто из-за агрессивной модели униатства, а проиграла именно из-за того, что они были абсолютно бесчеловечны. То есть мы-то русские привыкли. Ну, слушай, хочешь быть униатом, да будь, кто тебе мешает. Хочешь быть иудеем, пожалуйста. Нам не мешай быть русскими, не мешай нам быть православными. Нет. А там происходило с точностью да наоборот. Ни в коем случае не допустить. Вырезать практически до седьмого колена. Мы сегодня говорим о гонениях на православие. Вот что я хочу сказать. О нем нужно говорить в двух контекстах. Первый контекст такой более земной, геополитический и так далее. Я берусь утверждать, что между теми гонениями, которые говорили поляков, Габсбургов, там, скажем, да, времен Шептицкого, Талергофа и Терезина, и Майдана 5-го года в Киеве, и 14-го года в Киеве, между всеми этими событиями есть абсолютное единство. Абсолютное единство. Оно направлено на переформатирование части Руси в новую общность людей. Шептицкий писал, скажем, мы повинны, простите, на русском, мы должны убедить их, что они не русские украинцы, и белорусы только, они не русские, земной план, геополитический. Идет борьба за отторжение от единого тела исторической России, западной части Западной Руси. Да? Это один план. Но есть еще другой план. И это главный план. Идет у Руси есть от Бога миссия стать территорией спасения. А православие – это исповедание, только единственное, которое дает спасение. Русь святая, хранящая веру православную, дает людям спасение. И сегодняшние американцы, я не знаю, каким местом, и тогдашние польские магнаты, они все, и папа, они все с каким-то чувством и каким-то местом понимают, что вот эта Русь, вот это враг. Враг потому, что она путь к спасению, она территория спасения. А теперь последнее. Кто же враг нашего спасения? Кто не хочет, чтобы мы исповедовали православную веру? Сатана, дьявол. И вот и получается, что за польскими магнатами, за Талергофом, за Шептицким, за Бисмарком, который Бисмарк сформулировал, что нужно отторгнуть Беларусь и Украину, и тогда Россия не будет уже Россией, и так далее. За этим стоит сатана, который хочет, чтобы мы потеряли свою православную веру, вот, и не спаслись. Вот и все. Все остальное – это исторический антураж. Лукавый как бы использует разных людей. Да, да, Шептицкого, да, да, Бисмарка, да, Гитлера. Да. Яна Ильич, давайте я тогда выступлю адвокатом, так сказать, западного направления. Вот смотрите, Папа Римский несколько недель назад сказал речь, которая вызвала дикий скандал на Украине и в западном мире. Что он сказал? «Вы – потомки Великой Матери России». Большой России, Петра I, Екатерины II, той империи, великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Шагните вместе с ней вперед, и спасибо вам за ваш образ жизни. Русский, как это понять? Если это мне, я с удовольствием отвечу. Рад бы верить, но этот самый папа, он недавно, буквально в то же время говорил, что мы должны рассмотреть признание права на различные формы любви, вот. Мы должны быть толерантнее относительно ЛГБТ, а это что такое? Это Содом? Это погибель вечности. Не будем забывать, что вся эта вот трансгендерная ЛБТ-шная шваль – это все путь к Содому. И все, кто признает их не грехом, говорят о том, что народ можете поступать так же. То есть они призывают к погибели. Я еще раз хочу сказать, гонения на православие
на глубине это гонение, сатанинское гонение на веру, которая единственная дает спасение. Все, кто, есть такое украинское слово, пристае, я до всего пристаю. Вот кто пристае к этим нарративам, вот, давайте потолерантнее, давайте признаем ЛГБТ. А почему бы не католицизм? Почему это? А католицизм потому нет, что там человек говорит, что я вот вошел на кафедру, и я безгрешный. Мы все исповедуем, что один только Христос безгрешный. Он говорит, нет, я вот когда на кафедре, я безгрешный. Это Папа Римский. И это тоже так считает. Вот. И он... Ян Ильич, да. У меня вопрос к вам. Да. Вот когда вы находились в застенках, ну, были на допросах и так далее, с вами говорили о вере? Да, со мной очень... Вот интересно, расскажите, пожалуйста. Со мной говорили о вере во время судебного заседания, а меня судили, в принципе, за стихи, а в действительности, конечно же, за... Расскажите нам эти стихи. Не-не-не, там это сатиры какие-то, их десятки, сотни, я там их не помню. Написано, Бог знает, когда выудили из интернета, опубликовал где-то в России, и из этого сварганили дело и так далее, 12 лет. Хорошо, все, вернемся к вопросу. По поводу церкви, давайте, мой прокурор, у меня было два прокурора, один прокурор отказался меня прокурорить меня, а второй периодически, обращаясь к суде, говорил... Він плюндрував, то есть издевался, унижал нашу державную церковь ПЦУ. То есть Государственная Церковь Украины – это ПЦУ. Или, будем прямо говорить, они там не ПЦУ, а СЦУ. Но дело в том, что неблагозвучность такая, что пришлось... Так вот я к чему говорю. Если говорить обо мне скромном, большинство арестов по 111 статье инициировалось верхушкой СБУ, а верхушка СБУ, она вся насквозь, униатская и ПЦУ. Вот, собственно, насквозь. И маленький такой исторический еще такой, может быть, не все знают, в современном ЦРУ, вот СБУ, а вот ЦРУ, есть крыло униатов. Да, знакомые историки, которые мне вот писали, как я говорил, что иду на вашу передачу, вот, говорит, напомнили, что в современном ЦРУ есть униатское крыло, они связаны с канадской диаспорой. И вот этот несчастный, вот этот почти столетний вот этот Гунько, которому аплодировал украинский президент, да? Вот он тоже в этом контексте существует. ЦРУшники прекрасно не только используют униатов, но униаты являются спецназом по разрушению православия. Именно униаты являются спецназовцами. И если вы позволите мне, сегодня уже об этом говорили, то куда ведут сегодня и нашу ОПЦ, куда гонят? В унию гонят ее. В унию. Рассказать вам сценарий, который прорабатывается, я с удовольствием расскажу вам, потому что за это, собственно, и вынесли мне приговор. ОПЦ заставляют слиться с ПЦУ. Какая-то часть... сливается, какая-то сейчас, вот Сергей Николаевич говорил, какая-то часть не предаст и будет объявлена вне закона. Те, которые сливаются вместе с Варфоломеем, получают вместе с Варфоломеем, объединяются в 25-м году и говорят, мы преодолели раскол 11 века, которым тоже сливался, все, мы объединяемся, и больше нет католиков, нет православных, мы снова одна церковь. А во главе кто? Вот этот дядя, которого вы показывали, папа. Вот, под него все это делается. Хотя, если говорить до конца, то и папа ненадолго. Глобалистам и папа не нужен. А кто? Ой, там вообще кошмар. Там человечество. Им нужно новое человечество. Там, да, антихрист. Там нужен. Антихрист уже, да. Там уже просто антихрист. Сергей Николаевич, ваше слово, как богослово. Прежде всего, насчет папы. Мне кажется, не стоит серьезно обращать внимание на то, что он говорит, потому что он говорит все время разное, и всех путает. Вы потом... про русский народ и про Россию имеете? Да, вот эта фраза его. Он то говорит, что он антиимпериалист, потом он вдруг поборник империи. То он встречается с российской молодежью, то он обнимается с Зеленским. То он реверансы делает в сторону ЛГБТ, то он говорит о традиционном браке. Не поймешь. Миллионы людей потом чешут затылки, пытаются понять, что папа сказал. А папа вообще ничего не пытается сказать, у него нет позиции. Это попытка усидеть на всех стульях и всем понравиться, потому что католичество в современном Западе ни на что уже давно не влияет. А зачем тогда она бьет по православию? Зачем бьет по православию?
Или это орудие просто в чистых руках? Через него бьют, во-первых. А во-вторых, католицизм всегда был настроен на экспансию в православной среде. Это, как уже было сказано, две извечно борющиеся идеологии мировоззрения. Да? То есть он встроен изначально в эту систему, он по-другому не может. Но на людях он все время говорит вот это разное, и потом пресс-службы католические по всему миру пытаются объяснить, а что же на самом деле папа имел в виду, и пытаются уворачиваться. Вообще, слова папы – это такой инфоповод под кофе, утренний, о котором можно забыть к обеду. Жалкая попытка и смешная попытка как-то повлиять на общественное мнение, но давно уже католицизм ни на что там не влияет. Вот. И папа, он такой мастер вот этих напустить тумана, как антихрист, кстати. Он будет всех путать, будет вообще непонятно, кто он, чего он хочет. Вроде с теми подружился, и с теми подружился. Ну, как сказал, значит, ПЦУ... УПЦ, да? Совершенно верно, совершенно верно. ПЦУ – это временная структура, которая потом неминуемо сольется с униатами, ведь именно униаты претендуют на государственную церковь в Украине с самого начала рождения этого политического проекта под названием Украина. Когда униатство проснулось после встречи Горбачева с папой, да, в конце 80-х, они сразу заняли эту позицию, которую они никогда вообще-то не занимали. Коллеги говорили еще в 19 веке, униаты были вполне себе прорусскими людьми, жили на церковно-славянском и так далее. Только вот в нынешнее время они вдруг заявили о себе как у государственной церкви, и действительно эта ниша не была никем занята. Mm-hmm. Филарет попытался с УПЦ-КП, но как-то не пошло. Все понимали, что он все-таки не каноничный. Вот. А униаты, они же заняли места в Министерстве образования, они написали учебники для современной Украины. Они, именно они, воспитывали украинскую молодежь на протяжении 30 лет. Да, Павел Владимирович, вы хотите добавить что-то, да? Я бы еще обратил внимание, что уже сделан первый шаг. Календарная реформа, да? В этом году Украинская церковь, вот эта вот самая новоявленная псевдоцерковь, скажем прямо, она уже объявила о переходе на западный тип календаря, на который Константинополь, кстати, перешел уже давно. Еще мы забыли о том, что Константинополь-то... Уже униатские проекты целый век разрабатывает. Еще в 1925 году они собирались нечто такое замутить, но тогда не получилось. И, соответственно, это все очень действительно реально и опасно. Это не пустые какие-то домыслы. Иван Николаевич, вы хотите добавить? Пожалуйста. Да, я согласен с коллегами, что действительно мы живем в такое время сейчас, когда, так сказать, вот для неверующих, если там есть ли Бог, есть ли дьявол, вот все это можно уже руками прямо щупать, понимаете? Можно было сомневаться по поводу там характера украинской власти, понимаете? Но когда начались вот эти нагонения на церковь, да, вот, то, в общем-то, то, что здесь дело пахнет антихристом, это стало ясно. И главный здесь момент, вот тот, который вносит католицизм через униатов, и то, в чем противостоит как раз православие, это совершенно иное понимание жизни, которое вот несовместимо там с этими ЛГБТ и так далее. Какое же это понимание? Вот то, что, вообще говоря, русский мир несет как бы всему человечеству. Это понимание такое, что человек должен жить в синергии с Богом. Он должен все время призывать Бога. У этого есть своя богословская база. И эта богословская база, простите, вот я то, о чем я говорил, это представления паламистские о том, что в мире действуют божественные энергии. Католицизм, в нем очень силен момент именно человеческой, ну, начиная с того, что папа – викарий Бога, понимаете, то, что церковь организуется не вокруг Бога живого, понимаете, и вокруг его энергии, а вокруг человека, который делает безгрешно говорит. Понимаете? И сама по себе вот эта идеология исихазма, понимаете? То есть жизнь человека должна быть все время в призывании божественных энергий. Касается ли это дело его бытовой жизни, семейной жизни, его творчества, политики ли? Все время нужно призывать Богу. Вот смысл русской цивилизации, который, конечно, из православия берет. Спасибо. Сейчас прервемся на небольшое время, потом вернемся в эту студию. В эфире «Следы империи» мы продолжаем, говорим о православии, которое находится сейчас под ударом на Украине.
У нас в студии студенты, семинаристы. У них накопились вопросы к нашим гостям. Пожалуйста, кто первый, кто смелый? Пожалуйста. Добрый день. Дымов Глеб, Никол Грешко, семинария. Вот сейчас много сказано о Русской Православной Церкви и о украинской. Можно ли из этого сделать вывод, что сейчас идет не только война двух народов, но и война двух вер? Позвольте. Я прошу прощения, все-таки мне кажется не совсем верно говорить, что это два разных народа. Мы один народ, один русский народ. То есть часть, обманутая часть, южная часть русского народа, начала, которая переосознала себя или осознала себя стараниями Запада не русскими, да, сейчас поверила в свою историческую миссию, антирусскую миссию борьбы со всем русским. И вот на этом все это и происходит. Поэтому здесь говорить о том, что мы разные, наверное, не стоит. Может быть, коллеги там продолжат эту тему. Ну да, не надо вообще противопоставлять русская церковь, украинская церковь. Я помню, как эта вся беда начиналась, когда несколько лет назад канонические священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата просили меня не употреблять слово «Московский Патриархат», нигде не говорить, что Украинская Церковь является частью Русской Церкви, не говорить этого. Вот. И пользовались, и это было не после начала СВО, а раньше гораздо, а пользовались такими терминами, как «в РПЦ так, а у нас в ВПЦ так». Вот эта вот, простите, болезнь вот отсюда пошла. Нет отдельной УПЦ и нет отдельного украинского народа. Нет, и нет отдельной УПЦ. Есть Русская Православная Церковь, есть Московский Патриарх и всея Руси. Вот. И есть Украинская Церковь, которая, Церковь Украины, УПЦ, которая в 90-м году получила права автономии от Московского Патриарха Алексея II. Ну и широкую автономию. Ну и все, но она же является... Так вот, давно уже, и это очень опасно, стали разделять. Причем, как только вот это было внесено в церковную ограду на Украине, я только про Украину говорю, я ситуацию здесь знаю, как только была внесена в алтарь, грубо говоря, на престоле вместо Христа вдруг увидели трезубец, все, конец. Вот это все. Я бы еще добавил, что в украинстве современном есть религиозный элемент. Поэтому вот коллега наш молодой очень правильно сказал, в принципе, что это в каком-то смысле религиозная война, в том смысле, что украинство оно имеет в себе этот религиозный элемент. Там есть свой пантеон Башков, Бандера, Шухевич. Там то есть язычество возвращается? Да, именно язычество. Измененная голова появляется. Именно язычество. Совершенно верно. Следующий вопрос. Здравствуйте, Лев Синявский. Никола Угрешская, духовная семинария. Вопрос к Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, вы сказали, что униаты готовы стать главенствующей церковью. В связи с этим вопрос. А готово ли украинское общество принять их за главную церковь? И вообще, как вы оцениваете духовно-нравственное состояние украинского общества в наши дни? Спасибо. Духовно-нравственное состояние общества на Украине точно такое же, как и в России. Это один народ, как уже было сказано. Просто с этими людьми на протяжении 30 лет вели определенную работу. И, соответственно, если продолжать этот логический ряд, если провести обратную работу с людьми, чтобы они услышали полноценную проповедь, если вернуть их к цивилизационным мировоззренческим истокам, да, то эту проблему можно решить. Вот так я бы ответил. Ну, я прошу прощения, можно добавить, хотя не ко мне был вопрос. Спасибо, Сереж. На самом деле, знаете, народ особо никто спрашивать не собирается. То есть они там настолько выстроили тоталитарную систему, в которой есть разного уровня и разных направлений силовые структуры, начиная от законных в виде СБУ, МВД и так далее, заканчивая незаконными, бегающими по улицам толпы патриотов, так называемых, да, бандеровцев и так далее. И поэтому любого несогласного... Ну и плюс, конечно же, существует система выявления тех или иных ломов лидеров общественного мнения. Как только человек появляется, особенно если его позиция, его здравомыслие, естественно, не совпадает с официальной версией, тут же, кажется, летят головы с плеч. Или в тюрьму бросают людей, или люди просто исчезают без вести. Это очень важный момент. Поэтому говорить о том, что кто-то собирается спрашивать народ, не совсем верно. Его никто спрашивать не будет. Вообще-то перековывали сознание русских людей все 100 лет, начиная с начала советского периода, когда взяли и занялись насильственной украинизацией русского человека, малоросса. Да, известный был, есть на Украине такой писатель, Дмитрий Кулиш, только не Пантелеймон, а Дмитрий. Так он писал, у него есть произведение «Мы на Мазайла».
И в этом произведении там есть персонаж тетя Мотя, Матрона, которая приезжала из Ростова к своим родственникам в Харьков. И в этом Мина Мазайло описывается процессы насильственной украинизации русских людей в Харькове, русском городе Харькове. И она говорила совершенно гениальную фразу по этому поводу. Она говорила: «Приличнее быть изнасилованной, чем украинизированной». Это говорит женщина. Говорит, что это, да, даже это приличнее, чем украинизированное, потому что в твою голову закладывают не просто другие смыслы, а противоположные смыслы, которые ломают твое внутреннее состояние. Так вот, за это столетие людей переломали полностью. И поэтому сейчас не надо продолжать пристраиваться, кому-то нравится или не нравится. Мы уже не в том состоянии, чтобы кому-то нравиться. У нас стоит вопрос жизни и смерти. Или мы выживаем и живем как русские люди, с русской православной церковью, с русской культурой, русским словом, как народ цивилизации, которому, кстати, надо еще соответствовать. Или же мы пытаемся опять продолжать здесь писать, здесь не писать, здесь рыбу заворачивать, и тогда рано или поздно нас постепенно-постепенно сожрут. И нашу церковь сожрут, уверяю вас. Да, и я хотел добавить, да, что решить этот вопрос, конечно, невозможно без решения вопроса военного, без освобождения Украины от той клики, которая сегодня там правит. Вот такой очень крупный немецкий философ 20 века Карл Ясперс, который как раз жил под гитлеровским режимом, был отстранен, конечно, от преподавания, стал в стол и вообще чудом остался жив, только потому что уже был он внесен в списки уничтожения, только потому что пришли, значит, там союзники, вот и он, ему удалось выжить. Он говорил, что вообще изменить идеологию в стране невозможно без в какой-то стране без того, чтобы некоторая внешняя сила не освободила народ этот от диктатуры. Спасибо. Вопрос вы хотите, да? Пожалуйста. Меня зовут Алексей Кузнецов, студент первого курса бакалавриата Николы Гряшко семинарии. Вот вопрос такой. Когда мы победим? Дай Бог, победим с Божьей помощью. Но это к генералам вопрос. Генерал, нет, простите. Это только да. Начало вопроса. Когда мы победим, было. Нужно будет что-то делать. Понятно. В том числе с униатством. И вопрос такой. Вот аналогию провести с событиями Великой Отечественной войны. Униаты поддержали фашистов. Вот. Там они поздравительные письма Гитлеру отправляли, что вот непобедимая немецкая армия, туда-сюда. Но через пару лет, когда советские войска освобождали Шептицкий Украину... Шептицкий писал такие письма. Да, глава католик. Да. Через пару лет он писал точно такое же письмо Сталину. Он еще вот. Николаю II писал. Конечно, да. Кому только не написал. Да, и Карлу I Габсбургу писал. И вопрос писал, ваш. Да, кому угодно писал. Да. Вопрос такой, что советское правительство тогда ликвидировало униатскую церковь, вот эту греко-католическую. И здорово сделало. Вроде бы воссоединили с русской православной церковью, церковью, однако насильственными методами. Не без этого произошло. И я слышал такое мнение, что это создало ореол мученичества вот для этой униатской церкви. А-а-а. То есть вмешательство государства, оно вот нет. И... Хорошо, вопрос ваш понятен. Как вас зовут? Алексей. У меня тоже к вам вопрос. Алаверды, что называется, да? Алеш, скажите, пожалуйста, вот вы закончите бакалавриат, да, получите сан, может быть, и вдруг вас церковь призовет. Поедете ли вы на освобожденную русскую землю, где было ПЦУ и где были греко-католики, и там вам дадут приход. Ваши действия. Поедете? А то, что вы будете жизнью рисковать, вас не смущает? Что вас распять могут там за то, что вы московский поп? Если отправят, поеду. Вы сказали. Да, кто можно, к этому еще добавить, да? Да, пожалуйста. Слово. Ну, немножко, может быть, вот у молодых людей немножко идеалистическое представление о взаимоотношении церкви и государства. Церковь, конечно, есть дело совести, есть, вообще говоря, сердце народа этого. Но дело в том, что она существует в реальных исторических условиях. И поэтому ее взаимодействие с государством очень важны. И так было всегда. Вы думаете, что Первый Вселенский собор, ну, впрочем, вы это знаете, это что, просто дело епископов
Нет, как вы знаете, что епископы не могли договориться, понимаете, а император, так сказать, запер их и сказал, вот как решите, тогда выпущу вас, понимаете как? Дело в том, что и православная церковь всегда, она жила со своим народом в разных, и в Византии, и в России, и имела близкие отношения с государством, потому что она хотела быть со своим народом. Как складываются эти отношения конкретно? Владимир Николаевич, все-таки это вопрос, конечно, искусства. Все-таки да. Алеша задал вопрос. А вот так вот произойдет, значит, греко-католики будут восприниматься как мученики, да? Вот как в этой ситуации быть? Как православные воспринимаются как мученики, которых вот 100-200 лет назад подвергали гонениям на Западной, в Западной Руси? Правильно я перевел, да, ваш? Смотрите, когда будет победа, во-первых, одна реплика. Посмотрите сейчас в храмы, которые униаты и ПЦУшники отжали у нашей церкви. У них пусто. Это да. Народ не пошел за ними, и тем более не пойдет, когда власть сменится. Это первое. Второе. Какой может быть ореол мучеников и сочувствия, если на Украине, а я на Украине прожил всю жизнь, вот, на Украине за ними тянется шлейф бандеровщины, убийство детей в изощренной форме, убийство беременных женщин. Это все эти деятели были униатами. Поддержка нацистов. Поддержка нацистов, безусловно. Поймите, Бандера, Мельник, Шухевич, Коновалис, вся вот эта вот шушера, они все, убийцы, которые были, и Шуцманы все эти, они все говорили, наш Яценюк, хотя он конечно, врашен, и униат, он тоже говорит, я униат, там, и так далее. Да. Они все связаны. Современное униатство – это фактически военизированная организация, которая имеет внешность религиозной, в действительности это совершенно сатанинский отряд, который на глубине своей стержнем являет русофобию и ненависть к православию. Вот что такое униатство. Они про Христа мало говорят. На Западной Украине даже есть анекдоты, когда батюшка униат собирает это самое, чистый четверг, и это самое, читается Евангелие, там, да, ему говорят, ну, отче, уже досыть там про Путина, ну, давай ты про Христа поговорим, и так далее. Там они полностью политизированы. Религия униатов – это ненависть к России и ненависть к православию. Ужас. Все. Кто может их считать? Вот это... Сейчас. Да, никогда сейчас, не будут... Только секундочку, Юрий Иванович, секундочку. Павел Иванович, пожалуйста, на мосту вы. Коллеги, мы немножко увлеклись и забыли, что речь идет не о противостоянии двух разных традиций или там разных взглядов, а противостоит истинный взгляд ложному. Вот иногда можно слышать вопрос, а как вы можете доказать, что ваша вера правильная? Вот приведу такой пример. У нас недавно украинцы английскими ракетами, как вы знаете, разбомбили здание штаба Черноморского флота. Ну, такое событие трагическое. Но мало кто знает, наверное, что здание сгорело, но внутри... осталась совершенно нетронута огнем икона святого праведного воина Федора Ушакова. Вот образ святого праведного воина – это уникальный образ нашей русской православной цивилизации. Такого святого не было ни в Византии, ни в другой православной стране. Это совершенно такое, я бы сказал, критически важное знамение, которое мы сейчас получаем. На нашей стороне действительно великие святые, на нашей стороне сонмы ангелов. Нам только нужно быть самим достойным этого великого поприща, которое нам уготовано истории, хранить православие и беречь все человечество от фашизма, от нацизма, от сатанизма. Это очень важно. Сейчас я попрошу включиться Владислава Игоревича Петрушко, историка церкви. Владислав Игоревич, у нас не так много времени, но, пожалуйста, вот поконкретнее, как вы считаете, а почему в истории нашей православной церкви были темные времена, когда на нас обрушилась вся мощь, о которой мы сейчас здесь говорили, католицизма, западного репрессивного аппарата государственного, но православные с упорством до самой смерти, да, как сказал Юрий Владимирович, лучше быть изнасилованным, чем укранизированным, держались, в общем, своих корней, своей веры. И вот причина войн Богдана Хмельницкого –
Почему? Как вы думаете, в чем сила, брат? Ну, прежде всего, я хотел бы вот напомнить то, с чего мы начали. С крещения князя Владимира, с того цивилизационного выбора, который он сделал. И вот вы приводили сегодня пример вашего коллеги, который спрашивал, ну, а почему бы, собственно, нам не принять было бы западное христианство и сейчас бы жили комфортно в Европе? Ну, мы, наверное, были бы какой-то огромной Эстонией или Латвией в составе Европы на ее затворках, жили бы, может быть, более-менее неплохо, да, пили, как вы сказали, бы баварское пиво. Это не я сказал, да, но... я процитировал. Нет, просто. Вы привели пример. Я просто хочу сказать, Россия стала тем, чем она стала, только благодаря выбору князя Владимира. Именно православие, православие византийской традиции, восточно-христианской, дало совершенно какой-то другой масштаб жизни русскому человеку, дало какое-то совершенно иное основание, матрицу для созидания русской государственности, вот той гигантской державы, державы, которая играет мировую роль. Такой Россия могла стать только, на мой взгляд, именно приняв православие. И это интуитивно во все времена все наиболее значимые фигуры русской истории ощущали. Да и не только значимые фигуры, я думаю, простой малороссийский крестьянин. Сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим. Это «Следы империи». Мы продолжаем говорить о православии, которое под ударом. Вопрос такой. Сейчас на Украине, к сожалению, поднимает голову неоязычество. Да, вот полк Азов печально знаменитый. Да? Все воинские формирования националистического толка, очень агрессивные и жестокие в отношении людей, они исповедуют некое такое неоязычество, отказ от веры предков. Это что? Неприятие... Ну, понятно, нашей русской церкви, неприятие вот этой вот непонятно какой американизированной ПЦУ. И вот тогда, ну, за что человеку уцепиться-то в духовном плане? Вот он цепляется за этот трузубец, за трехголового змея. Как вы считаете, Владислав Игоревич? Ну, я думаю, что украинская националистическая идея, что неоязычество, что униатство, это все разного рода некие уловки, некие механизмы, проекты, так скажем, цель каждого из которых действительно разъесть как раковая опухоль. Вот то русское начало, которое лежит в основании нашего бытия, православного русского начала. И неоязычество – один из инструментариев, просто, который сейчас используется в борьбе против России, инструментарий, который через церковную жизнь, через религиозное сознание внедряется в неокрепшие умы. И да, преподносится это как некое исконное начало Руси. Хотя какое это начало? Это, в общем-то, сатанизм в чистом виде. Мы достаточно посмотреть на повесть временных лет и увидеть, что такое было язычество. Даже Владимир времен язычества, да, который приносит человеческие жертвы, который живет как блудник, который как пьяница ведет себя, и только преобразив себя в христианстве, становится тем великим святым Владимиром, который полагает начало новой, совершенно иной Руси, новой ее реальности. Нас хотят вернуть опять вот в это страшное какое-то вот, так сказать, начало, да, которое будет деструкцией всего, что за тысячу лет Россия обрела. Ну, почему люди держатся за православие? Дело в том, что люди ищут смысла существования, ищут Бога, а лучшим здесь высказыванием является высказывание нашего великого исторического святого. Не в силе в Бог, а в правде. Понимаете, эта правда найдена как раз была вот здесь. А что касается, там вот говорили тоже, там какие-то мученики будут и так далее. Но дело в том, что всегда есть маргиналы в любом народе. Вот хочется вспомнить, помните, недавно была такая, ну, года полтора назад такая история с одним известным деятелем культуры, режиссером большим, который стал говорить, что вот там, ну как, ну в Чечне там есть вообще люди, которые хотят вообще отдельно жить, автономию получить и так далее, понимаете? И было столкновение его с президентом, понимаете? Был такой спор. Вот. Ну и понимаете, и вот, как говорится, что это за люди? Такие люди где, которые имеют какие-то маргинальные взгляды, они существуют всегда. Но вот есть народ, который выбрал, понимаете, свое историческое призвание, выбрал своих
выбрал своих близких к себе людей, понимаете, идет с ними в истории. Поэтому не нужно здесь, как говорится, с мудростью Спасибо. Подходить, где действительно город, голос народа, а где голос каких-то маргиналов. Спасибо. Сергей Николаевич, ваше слово, там поминутки буквально. Две реплики. Первое насчет неоязычества. Это искусственный проект, псевдоисторический, который был создан в украинской националистической среде. Есть идеологи этого движения, как на Украине, так и в Европе, так и в Канаде, в эмигрантской украинской среде. И Дмитрий Яворницкий, блестящий историк, который написал уникальный труд о Запорожской Сече, о запорожских казаках, он писал, что язычество – это ведь народничество, и чем больше та или иная нация возвращается в это народничество, в состояние до Христа, тем более она становится примитивнее. Вот именно это сегодня и происходит. И вторая реплика насчет вопроса Познера. Да, эти люди пытаются нас сбить с высшего вот этого измерения, о чем мы все время говорим, да, православие, обожение, царствие Божие, миссия русской цивилизации. Они нас пытаются сбить на чисто эмпирические материальные вопросы. Где машины лучше, где дороги лучше, кто часы лучше делает. А зачем нам, простите, все это? Мы уж как-то тут перебьемся со своими, так сказать, но это не наше призвание. Наше призвание выше, к Богу. Да, это суть русской православной цивилизации. Зачем живем? Да, да. Правильный в чем вопрос. Счастье человека? Вот вопросы. Поэтому не стоит даже в эти споры входить. Они нас вовлекают в эту провокацию и стаскивают с небес Простите, на землю. Простите, но не счастье, я бы сказал смысл. По поводу... В чем смысл жизни? По поводу язычества тоже два замечания. Первое, напомню слова апостола Павла, который говорит, что боги, боги язычников – это бесы. Боги язычников – это суть бесы. Это раз. И второе, по поводу язычества Азова и всех этих вот, всей этой радикальной кампании. Во-первых, люди, которые убивали женщин, детей, сжигали и так далее, каким они образом Христа вообще могут взять? У них там некуда Христу идти, некуда. Это раз. Второе, правильно было сказано, с моей точки зрения, действительно, язычество, как им дают такую вот игрушку, нате вам язычество, что хотите, только не православие. Сатана говорит, да верьте в кого хотите. Я читаю переписку этих азовцев, да погиб там наш побратим такой-то, до встречи в Вальгале. Вот, они там до встречи, они готовы там, скажем, викинги. Это, если вы посчитаете их, то вот в Канаде или где в Америке, там один нацист создал рунвиру. Там кошмар вообще, это просто... О чем я говорю? Дьяволу все равно, как ты веруешь, только не веруй православно. Пожалуйста, будь язычником, будь кем угодно. И еще хочу сказать, если вы думаете, что на Украине это вот только недавно появилось, ошибаетесь. Я помню, я старый, в конце 80-х годов в центре Киева ходил некий человек с Библией, совершенно такой, вроде бы такой фрик, и говорил, что мы повинны своих, мы должны своих украинских богов иметь. Просто открывал Библию и говорил, видите, тут написано Израиль. У нас что, тут Израиль? Это говорит об уровне, вообще уровне религиозного, даже не образования, какого-то образования, хоть какого-то осведомленности. Она нижайшая, нижайшая. Юрий Владимирович, пожалуйста. Знаете, ну, по поводу язычества, которое появилось, все-таки, наверное, на то и щука, чтобы карась не дремал, да, чтобы мы как-то в теплой ванне себя не чувствовали, а работали, причем до седьмого пота работали, именно в духовном плане. Мой горячо любимый тесть, генерал Решетников, меня научил одной очень важной вещи. Он говорит, что, Юра, надо воспринимать историю человечества через Божий промысел. Это очень важно. Вообще, давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию с точки зрения бессмертности человеческой души. Но это же замечательно, что они такие агрессивные, подлые, мерзкие, и что они не мы, а мы не они. Да, у нас есть возможность замечательная, на самом деле, столкновение с этими мерзавцами, да, призывая на помощь наших святых и Господа Бога, их побеждать. Вот. Ну а если как Господь управит, потому что все же происходит по воле Божией на самом деле. По воле Господь попускает нам эти испытания, которые мы должны пройти. Потому что если мы не пройдем, ну какие же мы после этого православные, ну какие же мы после этого верующие. Я думаю, что закончится эта история должна тем, что на месте каждого их языческого капища со временем мы обязательно должны поставить наш русский православный храм. Спасибо. Давайте заканчивать эту, безусловно, полезную, надеюсь, интересную передачу. И я хотел бы в конце сказать, привести слова Господа нашего Иисуса Христа. Он сказал слова, фразу,
которая многое объясняет и говорит о том, что не в силе Бога, а в правде, конечно, и все равно мы победим. Наше дело правое, православное, победа будет за нами. Он сказал, сила моя в немощи совершается. Это были «Следы империи». Увидимся.